Сейчас мы собираемся ехать на Чудское озеро в тот приход, где происходило ледовое побоище, где победил славный полководец, в том числе и предок Пушкина, святой Александр Невский. Вот это кладбище. Здесь сколько черепов вымываешь, сколько этих, как его, вот этих гуленей. Я тут был город, кобыле городище называется, вот. Потому что кобыле городище, князь был кобылинцев, тогда их союзных армий не было, а были еще княжества. Как князь, так и дружина своя. Ну, Александр Невский, он тут освободил, вот на Невы дал им урок, а потом вот здесь их окончательно уничтожил. А здесь было это все строение, это все город был. И он был 6 верст длиной, этот город. А они его уничтожили, вот эти хашбышведы, сожгли. Там было самое узкое место. Чудское озеро с Овсковским соединялось. Ну, вот как вот до островов, так, да еще меньше, наверное. Вот такое место было узкое. Его называли Узьмень. Александр Невский вот на этом камне-то и командовал. И он сделал это, так все называют, свинью. Два с правого фланга и с левого фланга сделал засаду. И он запустил их, рыцарей этих немецких. А потом, видя, что можно дать им прикурить, он сейчас дал команду с флангов зажать их. И они оказались ни туды, ни сюды. Вот и они бежать. Когда они побегли, вот и он в это озеро-то, в Узьмень-то их и вогнал, там и утопил. Я его теперь почитаю, Александру Невского. Тут хотели памятник строить, а почему не построили? А памятник надо ему. А того камня нет теперь. И он взорванный. Советские ребятки взорвали его. А вот его взрывать-то и не надо бы, его остолбить этим вехами. И пусть он стоит. Вот такие дела были. После ледового побоища псковичи очень долго помнили Александра Невского. Эта церковь выстроена в честь святого Александра Невского.